Вот к нам в Яблоко пришли девушки, рассказали интересную историю с Петроградки. Расскажи, что случилось. В общем, нас позвали через знакомых поработать на выборах. Вот, сказали заплатить 3000 за день. Мы пошли, как бы мы не знали, нам ничего не сказали заранее, что там надо делать. Мы приехали утром, в машину сели, и нам просто дали пакеты. В пакетах были пачки бюллетеней вот такой толщины примерно. Разные, половина розовые, половина голубые, в которых было уже заранее проставлено, кандидаты галочки проставлены. Мы сейчас покажем, а за кого проставлены? Да, за Беглова в одних бюллетенях. Я сейчас не разбираюсь, потому что я вообще не интересовалась. Ага. А в других там было по 5 галочек, первые 5 кандидатов. Вот. Что сказали делать с ними? Сказали, вот, дали адреса, сказали, идете по адресам. Значит, приходите, говорите, мы с такой-то улицы, заходите в кабинку, выходите и бросаете бюллетень. И все. Типа, сказали еще, что там ничего страшного, там менты все знают. Короче, придете там, просто скажете, все в курсе. Вот, все. А паспорт показывать на участок? Да, паспорт. Объяснить? Нужно было паспорт показывать. То есть свой как бы паспорт? Да, свой паспорт. И комиссия типа прописку не должна была обратить внимание? Нет, потому что мы приезжие, у нас есть временная прописка в паспорте, она не прописана у нас из других городов. Так что... А много таких случаев? Ну, я вообще не думала, что такое может быть. Ну, а вот кроме вот тебя там еще люди? Ну, да, и мы были вчетвером, вот, и мы все отказались сразу. Вот. Но мы не забрали, потому что мы испугались, как бы, куда, что делать вообще. Но боялись, конечно, просто так получилось, просто, да, что мы на улице встретили вот кандидата от вашей партии. А, и нет. Узнали его и решили рассказать. Понятно. Вот. Отлично. Все, да. Хорошо, спасибо.